Самым известным архитектурно-пейзажным ансамблем в районе Шанхая является сад радости Юань. Многие туристы считают его одним из самых интересных мест Шанхая. Сад разбили в 1559 году для богатой семьи чиновников эпохи Мин. В саду находится храм городских богов, которые предположительно должны были охранять мир и спокойствие Шанхая. Как и во всех китайских садах, здесь воссоздана маленькая вселенная, в которой гармонично сочетаются искусственно возведенные холмы и озера, островки с павильонами, соединенные между собой зигзагообразными мостиками. Со временем вокруг храма и сада постепенно выросла торговая зона. Непременно стоит посетить беседку, оригинальное пятиугольное здание в центре пруда, находящееся в центре озера. К ней ведет извилистый мост 9 изгибов. Считается, что злые духи не могут пройти по этому серпантину. Здесь можно отдохнуть от бешеного ритма делового Шанхая, суеты старого города и принять участие в чайной церемонии. Прилегающий базар располагает более чем сотни лавок и лавочек, продающих всевозможные сувениры с китайской символикой, картины, антиквариат, изделия из бамбука, изделия из раковин, а также пельмени, вино, куриный суп, пирожки и другая нехитрая снедь. Ты где находишься?